9 мая бессмертный полк пройдет по улицам городов и поселков области. Любой может стать в его строй с фотографией или табличкой с фамилией своего родственника, воевавшего во время Великой Отечественной войны. В каждом районе уже открылись штабы по подготовке шествия «Бессмертный полк». В Старом Осколе такой штаб расположен в местном центре молодежных инициатив на улице Ленина. Вплоть до 9 мая штаб будет работать без перерыва и выходных с 9 утра до 8 вечера. В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» приняло участие около 100 тысяч жителей области. Среди них более 7 тысяч староскольцев, которые прошли единой колонной от мемориального комплекса в Атаманском лесу до центральной улицы города. Маршрут этого года изменен. И вот как организаторы это объясняют. В этом году мы стартуем от Центра молодежных инициатив, это не случайно. Дело в том, что где у нас проходная мехзавода, там был мобилизационный пункт во время войны на территории нашего города. И вот символично, что люди уходили на войну, именно эта точка. И вот от этой точки мы стартуем и двигаемся в сторону площади Победы, потому что площадь Победы символизирует Победу.